Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Уже неделю совсем недалеко от нас идет война и гибнут люди. Я уверена, что в сегодняшнем мире никакие политические цели не оправдывают войну. Возможно, что состояние мира – это моя иллюзия. Но разве есть люди, не ценящие свободу и мир? Для успокоения души сегодня я приглашаю вас в Латвийский национальный художественный музей. Это один из старейших музеев Риги, основанный в 1869 году. Памятник архитектуры прослужил без капитального ремонта более 100 лет. В 2013 году начались работы по реконструкции. Средства на реконструкцию, реставрацию и расширение здания выделила Рижская дума – около 17 миллионов евро, которая привлекла финансирование Европейского Союза – более 13 миллионов. Государство выделило на проект 346 тысяч евро. После реконструкции площадь музея увеличилась более чем вдвое. В ходе реконструкции музей получил новое пространство – подземный этаж со стеклянной крышей на уровне пешеходных дорожек парка Эспланада. В историческом здании были созданы дополнительные выставочные залы площадью 585 метров в чердачном помещении и под куполом. 4 мая 2016 года, в день восстановления независимости Латвийской Республики, музей торжественно открылся. Давайте и мы с вами прогуляемся по этому восхитительному и очень современному зданию и посетим несколько выставок. Моя дочь Анжелика училась в Латвийской академии художеств. Это здание рядом с музеем. Среди художников, выставленных в музее, несколько работ ее преподавателей. Ивар Хейнрихсонс – один из них. Thank you.
Собрание музея составляет свыше 52 тысяч экспонатов, разделенных на две обширные коллекции – коллекция латвийского искусства и зарубежного искусства. При этом коллекция искусства Латвии – крупнейшая в мире и отражает историю развития живописи, графики и скульптуры в Латвии с середины XVIII века до настоящего времени. Любовь подобна войне. Она легко возникает, но ее весьма трудно остановить. Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир. Мать Тереза. Подпишитесь на мой канал, смотрите, узнавайте новое, любите свободу и цените мир. Ваша зажигалочка.